Всем привет, ребят! Очередной аккаунт на ролик на коллекционера подписчика моего Миши с ником Архангел находится. Он в гильдии Джокера, тоже знакомая гильдия. По вопросам према пишите в ВК, айдишка Донко Стебан. Вот так вот, первые места, кидайте заявочки, вступайте. Сколько силы, не знаю. Так, а мы поехали смотреть аккаунт. Так, аккаунт, ну такой, два пака, это не донат. Поехали посмотрим, что у него по героям. 66-82. Так, Некроса нет. Командора Седна. Ну, Командора Седна, это такое, Сурик, Махатма, Гюмен, Фрэнки, Вождь Минотавров. Вот так вот. Так, а что у него делается вообще по героям? Неплохо, неплохо, отлично. Ну, по талантам, в принципе, плюс-минус. Все очень даже ничего. Вот тыковка, изворотливость не помешала бы. Ну, а дальше пошел полный трэш. Медуза с пактом, наверное, такая родилась, скорее всего. Так, окей, смотрим, что там ему надо. Фрея, Анубис и Биг. Только это не ему, это другому человеку. Так, окей. Надо собрать 15 слизней. Фрея, Ануба мы будем убивать следующему аккаунту. Так, окей. Ну, если здесь они придут, в принципе, это тоже не очень будет печально. Поехали. Студион не сразу падает. Друид. Так, интересно, тут паладинов будет полно. Капитан Дрейк. Блин, что у вас всех слотов не хватает? Малыш Ник. Сердцеедка. Тыква-ведьма. Тыква-ведьма, короче. Ту-ту-ту. Химка. Тесса. Ну, рандомчик, давай, порадуй меня. Хранитель. Блин, вот и не сказать, что герои не падают. Вот посмотрите, падают легендарки. Опять медуза. А вот РТшка. Ведьма. Блин, а вот не падает то, что надо. Кубчик. Влад Дракула, друид. Леди Лео. Это просто жесть какая-то. Вроде так классно все начиналось. Куча героев, и блин. Блин, все печально. Вот это так сходили в рейд. Купидон. Да рандомчик давай. Такое ощущение, что сейчас все ролят. Просто аут. О! Вот это оно. Ну что, поздравляю. В принципе, офигеннейший герой.
Махатна. Мохнатка, мохнатка, мохнатка офигенная. Если правильно ее прокачать, использовать, в принципе, очень-очень даже ничего. Так, ну мы поехали дальше, нам надо слизней доролить. Седна. Вот это, ну так, надо походу отдохнуть от этого рандомчика. Ну неплохо, еще и седна недостающая. Поехали. Посмотрим, что у нас тут. 12. Так, окей, поехали. Королева гарпий, нифига себе. Раз, два. Одного не хватило. Так. Нету 15-15. 14-15. Так, сейчас решим этот вопрос. Ну что, ребят, дорисовали моему еще одного слизня. Все как обычно, зарешала админ панелька. Так, даже вышла очень дешевая админ панелька. Так, собираем это все, скинется. У нас места нет, к сожалению. Так, отлично, психощит забрали. Поехали по акциям, позабираем плюшки. Так, что тут у нас по героям? Это можно попродавать все. Освободим немножко места и пооткрываем остальные плюшки. Ну, так уже получше. Так, окей, заходим, 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 заходим. Склад, смотрим, что у нас, ну, скин-то такое. Идем, откроем карты. Самое интересное, сундук замка. Два камня ориентации неплохо. Сет простых рун, посмотрим, что тут у нас. ТВ-шка тоже неплохо. Так, ворожей выпал. Пятый псих есть. Герой у него есть новые, точнее питомцы. В принципе, вот так вот. Так, идем еще откроем мохнатку. И седну. Такое себе стойкость. Ничего себе. Пятая ярость небес сразу же упала. Прикольненько. Однако. Так, балашка грубая есть. Ну, вроде как бы все, что надо было, пооткрывали. В общем, такой вот коллекционер. Собрали, в принципе, все, что планировалось. С
Слизни это брали, поехали еще добьем. На удачу. Выживание. Два к самоцветов. Так, окей. РТшка, неплохо. Вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно. Конкурсы еженедельные так и есть. Поэтому всем удачи, всем пока.